бесконечной гонке и борьбе за выживание они сохранили величественность и грациозность. Эти красавицы отлично приспособились к самым разным климатическим условиям. Их ареал обитания обширен, они буквально разбросаны по планете. Только в Африке обитает 72 вида этих удивительных животных. Они входят в десятку самых быстрых зверей на Земле. И несмотря на это, они очень пугливы и осторожны. Ведь многим из них предначертано стать добычей хищников. Символы дикой природы. Антилопы. Документальный фильм. Премьера.